И снова всем привет. У меня тут нежданчик случился. Один из подписчиков закинул подарок. То есть я захожу в игру, а у меня тут вот такое. На самом деле даже странно, как бы никого не мотивировал к этому совершенно. И тут сначала танк подкинули, теперь вот это. Ну, пойду распаковывать. В общем, вскрыл я посылку, а тут 20 коробок больших. То есть опять отправитель хотел остаться анонимным, тот же, который мне Offspring подарил. Саня, привет. Спасибо тебе большое. Какой Саня, не скажу. Но, блин, конечно, не надо было, но реально приятно. Ну, правда приятно. 20 коробков. Всё приятно какую-нибудь хрень. Открыть и посмотреть, что там будет. Давайте, кстати, попробуем открыть и посмотрим, что там будет. 250 голдишки. 500 голдишки. 250 голдишки. 500 голдишки. Даже танков не боишься. День према. Круто, конечно. Wargaming, конечно, рады. 3 дня према. Ну, давайте 7 дней према тебе. 7! Ну, 7 дней према, давай. Танк, какой? Сикстон, отлично. Я потом продам. Там один из самых беспонтовых, там, 5 голдишек. Не, ну, голда. Голда. 7 дней према, во! Накалидовал. 750 голдишек, ну, тоже приятнее. День према. Не, ну, Wargaming, конечно, с рандомом тут что-то подкрутил. 3 дня према. Больше половины коробок вскрыл, и только к Сикстона, да? Отлично. 750 голды. 500 голды. Серьезно, 5 коробок осталось? Это все, что мне выпадет? 200, ничего себе! Ничего себе, вообще у меня прямо аж глаза это округлились. 500. 1250 голды. Ничего себе, вообще прям дико, люто, прям вообще прям мощно. Опа, что? Стиль. Ну, стиль и, походу, дело опять какой-нибудь сикстончик, да? Что-нибудь такое. Ну, теперь придется скачать 430U, да? Или что это? 430U ведь? А, объект 140. А у меня даже открыт. Его только купить нужно. И чё? Чё это? Какой-то пантероз. Последний карабас. Последний. Ой, танк. Это ж какой-то танк! Какой-то с одной дудкой. Что это? С двумя дудками! Охренеть. Танк с двумя дудками. Это ж объедок 703 вариант. Продолжить, ёпта. Ни хрена. Вот он. Внезапно! В ахере просто. Внезапно. Коробки. А мне они не нужны больше. Не, ну, это... Где он? Где он? Так, не, ну этот продать. Этот сразу продать. Это что вообще такое? Какой-то французский немец. Да? То есть... Сикстон. Не, ну тебя продать сразу. Ты просто бессмысленный кусок пикселей. Абсолютно. И французский пантер. Это вообще какой-то идиотизм. Ну ладно, пусть будет, я его пока продаю. Нет, так где? Где это? Вкуснях? Где виновник? Куда листать? Вот она! Вот она, дудка. Двух дудыш. Вот она. Это, наверное, будет единственный тяж, от которого я хоть какой-то кайф буду получать. Потому что я, в принципе, как бы не хотел эти двухствольные аппараты. Даже прокачивать, что-то пробовать, но... Ну, блин, я посмотрел, как на них народ гоняет. Это реально забавная тема. И лоб у него крепкий, и дудка прям такая серьезная. Сейчас сделаю немного магии. Смотрите. Магия! Ты его нарядил, обул, одел. В общем, Саня, спасибо тебе большое. Реально прям порадовал. И всех с наступающим. Хорошего настроения. Во вторник ждите новогоднюю нарезочку. И пока.